приходят по-разному. Узнайте больше о приемной семье в проекте «Хочу к маме» на сайте ufa1.ru. Здравствуйте, меня зовут Люба Светлая. Вы смотрите проект «Хочу к маме». И сегодня я познакомлю вас с Вадимом. Привет, Вадим. Здравствуйте. Что ты нам приготовил? Ну, сейчас мы будем вам показывать театральную постановку, которую я сам придумал. Называется она «Сидим». Вадим – активный мальчик. Он охотно участвует в мероприятиях детского дома, занимается в театральной студии. Также Вадим очень хорошо рисует, участвует и занимает призовые места в конкурсах различного уровня. Ответственно относится к учебе, мечтает с отличием закончить 11 класс и получить хорошую специальность. Дети в семью приходят по-разному. Узнайте больше о приемной семье в проекте «Хочу к маме» на сайте ufa1.ru.